Евгений Козин спортивную гимнастику полюбил с детства, тогда и начал упорно тренироваться. Успехи школьника заметил его преподаватель физкультуры. Он и стал первым тренером парня. Однако карьера Евгения как атлета закончилась 22 года из-за травмы плеча, но из спорта он не ушел. Сегодня он работает тренером в Республиканском высшем училище физкультуры и спорта. Говорит, главное – это верить в себя и свои силы. Прежде всего, это должна быть целеустремленность. Появилась цель стать спортсменом, я думаю, ее надо воплощать в жизнь и уметь подчинить всю свою жизнь достижению этой цели. Если полностью отдаваться этой цели, она будет достигнута. Я в этом уверен. Сегодня Евгений Козин пришел туда, где начиналась его карьера. В родной школе его ждали ученики 5-7 классов. Заслуженный тренер Украины призвал ребят заниматься спортом. А того, кто захочет связать свою жизнь с атлетикой, с удовольствием готов видеть в рядах своих учеников. Школьники признаются, что достижения Евгения Козина вдохновили их. Хотелось побольше заниматься спортом. Я вообще занимаюсь футболом, но я теперь еще хочу больше заниматься. Я стану хоть спортом заниматься. Чтобы появилось желание к спорту. Организаторы и участники встречи уверены, подобные мероприятия помогут ребятам еще в школьные годы сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни. Злата Байрачная, Руслан Новиков, Панорама.